Это было время императоров. Время великих империй, легенд и тех, кто стоял перед ней. Она бросила вызов всей империи и самим правителям. Она стала символом настоящей силы и настоящей любви. Главное о любви — это любовь — опасная игра. И те, кто в ней играет. Должны быть готовы потерять все. Моя земля и народ останутся свободными.